пожалуйста. Зовут Владимир, капитан команды «Викинги» Николаевский. Скажите, как вам игралось? Почему вы вдруг выбрали такой странный, не наш вид спорта? Ну, спорт на самом деле в Украине со времен независимости. Спорт интересный, яркий. В Украине он мало представлен, поэтому мы занимаемся развитием американского футбола как в Николаеве, так и в Украине. Спорт этот развивается, людям нравится, зрителям нравится. Спасибо им большое за поддержку. Ну и как бы находятся сильные парни, которые готовы играть жестко. Мужской спорт, спасибо тоже всем. А как вам соперник? Как играла с ним? Соперник тоже молодая команда, достаточно сильная. Составили нам хорошую игру, всем понравилось, все играют ради футбола. Все было замечательно. Скажите, пожалуйста, ну как вы думаете, приживет этот вид спорта в нашем государстве? Ну, конечно, уже приживается. Вот видите, первая игра в Николаеве, уже сколько пришло зрителей из разных районов города. Была очень горячая поддержка. Людям нравится, люди болеют, люди кричат, болеют за Николаев, поддерживают и другую команду. Я думаю, приживется, конечно. А возраст какой у вашей команды? Ну, в среднем 20 лет. Есть как студенты, так и люди уже, которые работают. Ну, в основном молодежь, сильная, спортивная, мужчины. До того, как стали играть в американский футбол, ваши ребята занимались какими-то другими видами? Конечно, конечно. Все занимаются, в принципе, спортом. Как минимум, работают с железом, либо занимаются какими-то единоборствами. Все спортсмены теперь решили реализовывать себя в американском футболе. А что вам нравится в этом виде спорта? Ну, это сильная мужская игра, как бы жесткий контакт. И на поле сразу видно, кто мужчина, кто нет, как кто держит удар, как после того, как получил удар, продолжает действовать на поле. Ну, своеобразный отбор. Вы сегодня победили. Какие ощущения? Ну, это наша первая победа. Это первая победа домашняя, благодаря нашим зрителям. Я верю в свою команду, будем побеждать и дальше. Спасибо. И вам спасибо.